Здравствуйте. Что беспокоит вас? Горло и кашель у меня. Угу. Вчера пришла после работы, температура у меня 38,5. Угу. Болеете второй день, получается, да? Количество заболевших COVID-19 остается на прежнем уровне, но на смену ему пришли ОРВИ и грипп. У последнего преобладает штамм H1N1. Течение болезни тяжелое. Это подчеркнул на брифинге министр здравоохранения Белгородской области Андрей Конников. Медики рекомендуют не заниматься самолечением, а при наличии первых симптомов сразу обращаться к врачу. За 49-ю неделю было обращение 14 тысяч, за 50-ю 15. Ну, то есть, если мы возьмем предыдущую, то было там было 7, потом стало 12. Как бы, ну, количество именно обращаемости, заболеваемости стало, она есть, но не такими темпами. 90% всех заболевших лечится амбулаторно. В Белгороде за последние 2 недели за помощью медиков обратились свыше 5000 человек. При этом пик заболеваемости не прослеживается в тех муниципалитетах, в которых школы перевели на дистанционное обучение, а детсады в режим дежурных групп. Дети и подростки составляют менее трети от всех инфицированных. Дистант помог детям избежать болезни. Видим, что заболеваемость стабилизировалась, и управляемая ситуация по заболеваемости во всех муниципальных образованиях. Количество коечного фонда во всех медицинских организациях, это инфекционный коечный фонд, он у нас имеется, и пациенты с ОРВИ и гриппом лечатся там. На текущий момент в регионе полностью израсходовали федеральную поставку вакцины от гриппа. В случае необходимости и роста спроса Минздрав закупит еще одну партию. Денис Тримоусов, Роман Юрин, Белгород Медиа.